Всем привет! Это обзоры от Калины Красной, и сегодня у нас лего-набор от Disney 4+, под артиклом 43191. Так, стоп. Еще раз всем привет, это Калина Красная, и сегодня у нас вот такой вот необычный действительно обзор, потому что я купил лего Disney 4+, по серии у нас принцессы. Этот набор я купил не себе, а, как вы поняли в начале, это набор я купил своей девушке, потому что она тоже любит собирать лего. В общем, я решил снять обзор на этот набор, чтобы не терять его, скажем, просто так. В общем, это у нас специальный такой набор лего-ориентированный, конкретно для женской аудитории, для девочек. Это у нас серия принцессы, здесь у нас в данном случае русалочка. Вот такой вот интересный набор, впереди здесь у нас такая иллюстрация из самого мультфильма, по-моему, вроде как. Сзади у нас все функции набора, очень интересные. Напомню, что набор у нас 4+, то есть у нас здесь вот такие вот детали целиковые и немножечко таких мелких интересных аксессуаров, которые можно собрать и дополнить, то есть облегченная как бы версия постройки. Что ж, давайте его вскроем, посмотрим на него повнимательнее. Итак, вскрыли мой набор, и вот что было внутри. Вот такая вот очень интересная деталька лодочки, такая вот очень крутая, по качеству очень хорошая, и по ощущению таким кажется, что она будет достаточно хорошо держаться на плаву на воде. Вот такая вот она целиковая. Дальше, что меня очень сильно удивило и, не знаю, порадовало, то что здесь, я не знаю, во всей ли серии Disney принцессы, все инструкции, их, во-первых, тут 2 или 3 штуки, они вот в отдельной упаковке. Я не знаю, зачем так сделали. Для детей маленьких, что ли, еще что-то. Ну и самое ужасное, на мой взгляд, это вот 3 пакета вот по столько вот деталей. Это вот куда вот, блин, лего? Это вот зачем вот так делать? Тут же больше воздуха, чем деталей. В общем, вот так вот меня немножко разочаровало. Я, конечно, думал, что там будет плотничком или хотя бы 2 пакета, но не 3 как минимум. Ладно, а давайте это соберем и посмотрим еще более внимательнее. Итак, набор собран, и что могу сказать? Блин, очень крутой и очень удачный набор, на мой взгляд, вот по серии Disney принцессам. Никогда я раньше такого не собирал, мне очень было интересно смотреть, наблюдать, как его собирают, потому что он такой вот очень красочный. Тут много крутых разных деталек, вот реально очень удачные такие аксессуары. Очень интересно, все такое прям вот, ну вот для девочек, для девушек, прям, ну вот реально удачно. Еще мне понравилось то, что разбито на 3 части, то есть мы сначала собираем одну часть, потом вторую, потом третью, отсюда у нас 3 инструкции. Ну хотя пакетики полуполные, наполовину пустые, можно было и так и не делать, но все равно, все же. Вот, что ж, давайте посмотрим повнимательно каждую отдельную часть. Начнем мы с вот этого, это, так понимаю, венец, или как это правильно говорится. Здесь у нас вот такая вот интересная конструкция. Что меня здесь порадовало, то что здесь леговцы вот это сделали печатью, и вот эту картинку тоже печатью, очень такая она хорошая, не наклейка. Но так как набор у нас позиционируется 4+, было бы вообще удивительно, если бы там была наклейка. То есть ребенку 4+, трудно клеить такую наклейку, на мой личный взгляд. Ну, самое главное здесь герой, естественно, это русалочка, именно вот в этой части. Меня очень порадовало и то, что у меня никогда не было таких именно фигурок, то, что вот такая вот она хорошо проработанная, детальная, руки вот так вот крутятся, сгинаются. Единственный минус, на мой взгляд, то, что вот сами вот эти детальки, они, естественно, с мини-фигурок лего, но они никак не двигаются, то есть влево-вправо никак, то есть только рука вверх-вниз и все. То есть если там, допустим, принца можно было бы добавить меч, то он бы никак руку не крутил. Вот, ну и прическа. Вот сама по себе вот так выглядит отливка в голове. То есть здесь у нас стандартная такая вот по размерам деталь, а здесь уже вот в профиле она вот так у нас выглядит. Вот, очень хорошая такая прям проработанная и напечатанная фигурка именно. Ну, как живая прям, действительно. И плюс вот такая вот собачка. Я не знаю, как ее зовут. Ну, тоже интересно, такая вот собачка. Так, в сторону это отложим. Дальше у нас идет корабль принца, который зовут Эрик. Вот такая вот интересная постройка. Я ее не пробовал, плавает она или нет, но что-то мне подсказывает, что она в действительности может плавать. То есть, если опустить, она будет держаться на плаву.
из аксессуаров здесь такие бокальчики у нас, штурвал крутится и вот такое сердечко. Мне оно очень понравилось, как деталька. Вот, и сам главный герой этой второй части из трех — это принц Эрик. Ну, как я говорил, минус того, что руки вот такие, то есть они влево-право не поворачиваются, как у обычной фигурки Лего. И что меня очень порадовало, то есть если... это волосы. То есть если у русалочки здесь вообще другие волосы, то вот у Эрика это обычные вот такие леговские волосы. Прям самые обычные. Они применяются на Энкин Скайуокере, только другого цвета. Ну, как пример. Вот. Такая фигурка. Принтов сзади, естественно, нет, только спереди. Ну и, наверное, то, что ноги по отдельности не двигаются только целиком. Тоже, наверное, минус, на мой взгляд. Но для 4 плюс это прям кайф. Наверное. Так, ну и третья часть, которая мне больше всего почему-то понравилась, это вот такая вот морская. Здесь у нас Себастьян и рыбка Флаундер, по-моему, называется. Если я не прав, то поправьте меня в комментариях. Вот, она мне понравилась вот чисто из этих двух фигурок, потому что они вот такие маленькие, однопиновые, и, блин, они крутые. То есть здесь у нас Себастьян играет на пианино таком, Флаундер играет... забыл, как называется, блин. Просто вылетело с головы. Вот. И вот такой вот интересный у нас здесь сундучок. Там кольцо и бриллианты. Вот такая вот интересная третья часть. Ну, вот мне она больше всего почему-то нравится. В общем, вот такой вот в целом достаточно интересный набор. Мне он понравился. Хоть не я его собирал, хоть не мне его в коллекцию, как бы он принадлежит. Но я прям... кайфанул, не знаю, мне понравилось. В общем, за счет того, что у меня никогда не было таких деталей интересных именно фигур персонажей, то есть они как-то могут стоять в общей коллекции или еще что-то. У меня на этом все. Напишите в комментариях, понравился ли вам такой формат, может быть, еще сделать обзоры на эту серию Лего или нет, и вообще, как вам в целом такая идея. У меня на этом все. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, подписывайтесь, колокольчики и вступайте в нашу группу ВКонтакте, где мы выкладываем обзоры на Лего и его аналоги. Всем пока!